145 миллионов рублей потратят на образовательную сферу, в том числе и на школьный спортзал. Соглашение о сотрудничестве подписали в администрации края глава региона и гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума. С Краснодарским краем консорциум сотрудничает уже на протяжении 17 лет. И за эти годы в социальную сферу региона было направлено больше миллиарда рублей. Во время встречи Вениамин Кондратьев отметил, что, несмотря на колебания цен на мировом рынке нефти, КТК продолжает активно участвовать в развитии региона. Сегодня мы определенные экономические моменты переживаем. КТК всегда был самым надежным партнером. Он всегда выполнял свои обязательства. А самое главное, вот та социальная нагрузка, которая сегодня вами ведется, она не может быть незамеченной, не отмеченной в первую очередь жителями края. Благодарен за высокую оценку. Наверное, действительно, КТК проявляет себя с хорошей стороны. Наверное, у нас добрые сложились исторические отношения. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем продолжать на таком же уровне сотрудничать друг с другом. Также гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума пообещал главе региона инвестировать дополнительные 145 миллионов в реализацию социальных проектов на территории города Новороссийска, где зарегистрировано предприятие и находится один из важнейших инфраструктурных объектов консорциума – морской терминал и резервуарный парк. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.